У нас с винтовки центр тяжести был очень хороший для стрельбы. У немецкой винтовки надо было научиться потренироваться центр тяжести. Но немецкая винтовка была очень хорошо закрепленная. У нас выстрелит раза 10 с лишним, расшатывается кронштейн от оптики. Надо снова закрепить, снова пристрелять. Как у нас говорят правильно, привести к нормальному бою. Обычно люди говорят пристрелить, пристрелять. Я разрывных пуль даже не видел, не пользовался. Теперь, когда пришел, вот этой винтовкой начал тренироваться. У них же целевые патроны. А что такое целевая? Каждый патрон вложен точно миллиграммах порох. А наши обычные патроны, там черт его знает, то половина пороха есть, половина, то перелет, то недолет. Это было, конечно, пока появились у нас целевые патроны, это около конца войны появились.